Ей не страшны даже самые суровые морозы. Прослужит десятилетия, но и стоит внушительно. Это все о шубе. Сегодня расскажем, на что стоит обратить внимание при ее выборе. Сначала определитесь с видом меха. Чем больше ворса, тем теплее будет шуба. По этому параметру лидируют соболь, лисица и норка. Последнее – классический вариант. Нужно обратить внимание на подшерсток. Чем выше, тем гуще подшерсток, тем теплее мех. Вот обратите внимание на качество вот этого вот меха. Очень густой подшерсток. Если мы проводим его против ворса, никаких дефектов зрительно не видно. Короткоостовый – самый хороший мех, потому что он не ломается и не заламывается. Помните, что здоровый ворс блестит, длина у него должна быть одинаковой. Больше износостойкостью обладает нестриженный мех. После стрижки ворс теряет природную мягкость. Также хороший мех не издает неприятных и резких запахов. Если он крашеный, то не должен оставлять никаких следов на одежде. Гарантийные сроки у нас существуют полгода со дня покупки. Гарантийный срок начинается с 1 октября по 1 апреля. Если, допустим, изделие было куплено, скажем, в декабре, в январе, то начинается отчисление от этого месяца, и тогда гарантийный срок продлевается еще на следующий год. Обязательно проверьте мездру. Это изнаночная сторона шкурки, которую вы можете потрогать под подкладкой. Она должна быть мягкой и тонкой, но если она ломается или шуршит, то лучше оставьте это изделие в магазине. Шубы делают из цельных меховых пластинок. Но есть и более бюджетный вариант – из отдельных кусков. Но спустя несколько лет такое изделие нужно реставрировать. Если же натуральный мех вам не нравится, можно обратить внимание на искусственный материал. Эко-шубы, они на сегодняшний день очень популярны, но важно помнить, если они изготовлены полностью из синтетического состава, они греть не будут. Если там в составе есть шерсть, то эта шубка может поспорить даже с натуральной шубой из меха, они будут такими же теплыми, легкими. Качественный искусственный мех не колется и не электризуется. Выбирайте модели из полиакрилонитрильных волокон либо полиэстера. Такие шубы прослужат не один сезон. Качественных и теплых покупок!